Итак, дорогие друзья, теперь давайте учиться писать вьюхи или представления. Иными словами, мы многому научимся. Сначала давайте посмотрим вообще наши задачи, чтобы иметь представление. Мы начнем сейчас посты личные мы написали, да, то есть, и теперь нам надо detail view, то есть отдельную страницу написать. Она у нас будет включать очень много. Ну, во-первых, смотрите, она будет включать заголовок, текст, далее Ajax, да, чтобы у нас ставились лайки, написание комментариев, написание ответов на комментарии. То есть все довольно сложно. Но, тем не менее, мы сделаем все это просто. Выход на наш профиль, сохранение, если мы сохраняем, чтобы мы потом видели, что это сохраняется. То есть очень много представлений. Вообще здесь нам надо будет штук 15 написать представлений. Но почему мы возьмем с detail view, будем делать с деталей, да? Потому что, в принципе, она в себя много чего вбирает, и мы будем начнем писать ее, потом будем дописывать другие представления, другие приложения, другие модели, работать много с документацией, по сути дела, чтобы как-то мы научились логически рассуждать. Обратите внимание, что нам придется довольно много работать, не довольно много работать, а нам придется, как мы с вами планировали, работать сразу вот из вьюхи, да, с моделями, с формами, с шаблонами, с URL. То есть опять видеть все Django. Это нам даст возможность прекрасно разложить наши знания по полочкам, более уверенно научиться пользоваться документацией, рассуждать. Мы увидим много фишек. Здесь чем приметно это представление, что, во-первых, вы научитесь использовать классы Django, но писать... Я вам покажу фишки, как функции их, да, то есть переопределять. По сути дела, то, что вы раньше писали в функциях, можно переопределить и писать так в классе. Далее, здесь будет включаться и форма, и представление, и вывод шаблонов, то есть много-много всего. И выборка объектов. И выборка, да, то есть методы выборки, то есть много-много. Будем работать, как и ранее, с документацией, пишем, работаем с документацией, разбираемся, дальше пишем. Постоянно будем стараться рассуждать. Это обзор, да, то есть то, что нам, чтобы вы имели представление, что делать, потому что кода будет очень много. Ну что ж, поехали. Кто первый раз с этого урока начал, spb-tut.ru. Школа Django. Все получится.